Новый спортивный объект появился сегодня в Первоуральске. На набережной Нижнего пруда завершился монтаж площадки для воркаута, силовых тренировок под открытым небом. Помимо стандартных тренажеров, здесь установили и уникальное для нашего города спортивное оборудование. Устанавливают 18 тренажеров спортивных для занятия физическим спортом. И также устанавливают 3 тренажера для маломобильных групп населения. Тренажеры будут общедоступны, можно будет тренироваться в любое время суток. Заниматься на тренажерах маломобильные граждане смогут, не вставая с инвалидных колясок. Делать это позволяет особая конструкция спортивного оборудования. Все тренажеры на площадке произведены на одном из предприятий Первоуральска. На приобретение и установку тренажеров из местного бюджета было выделено почти 900 тысяч рублей. Также в администрации города планируют рядом с тренажерами в ближайшее время высадить новые деревья и кустарники. А тренировки на новой площадке уже начались. Первыми сюда пришли любители баскетбола, для них установлено 2 кольца.